Эрика. Это не игрушки. Это опасно. Ну ладно. Готова? Мы с твоей мамой познакомились много лет назад в больнице под названием Дельфы. Она была там медсестрой, а я врачом. По ночам мы рассказывали друг другу истории. Она рассказывала мне удивительные вещи. Истории из будущего. Я рассказывал ей о прошлом, о Верховной Жрице, отмеченной знаком бабочки, которая могла видеть будущее в огне. Я говорил, что она волшебница, как та жрица. Возможно, ты тоже волшебница. Но это надо проверить. Выбери фотографию. Какая нравится. А теперь закрой глаза. Соберись и призови на помощь силу древней жрицы. Найди свою мать. Попробуй угадать нужный снимок. О, увы. Но ничего. Все равно ты волшебница. Она всегда с тобой. Помни это. Хотя ее нет рядом, она остается частью тебя. Если бы ты могла видеть будущее в огне, что бы ты увидела? Ты ни в чем не виновата.
Все хорошо? Мисс Мейсон. Я сержант Блейк. Главный следователь по этому делу. Можно взглянуть? Я потом отдам. Ты часто это рисуешь? Это ведь греческий символ. Дельфийский эпсилон. Как у твоего отца. На медальоне был такой же. Рука принадлежала Акалу Джахару. Он работал в Дельфах. Ты там бывала вместе с отцом. Это связано с моим отцом. Дело твоего отца так и не раскрыли. Тут явно есть связь. Ты знаешь, что он основал Дельфы вместе с Люсьеном Флауэрсом? Вероятно, он тоже в опасности. Слушай. Над Дельфами установлен надзор. Организована охрана. Я буду работать оттуда. Тебе тоже будет там безопаснее. Thank you.
Наверное, они вышли покурить. Жди здесь, я сейчас. Подарок. Кто вы? Ты вся дрожала и цеплялась за отца. Он был весь в крови. Но он не тот, кем ты его считаешь. Следуй за музыкой. Ищи Алади Картер. Посмотри, что он с ней сделал. Ты увидишь, кем он был на самом деле. Что я найду? Не посмотришь. Никогда не узнаешь. Найди Алади Картер, Эрика. Посмотри сама. Thank you.
Какого черта ты делаешь? Она была в кабинете. Так и застыла. Зря время потратили. Смотрю, ты кого-то нашла? Зря вообще куда-то ходил. Он меня пугает. Уже поздно. Мы для него лишняя забота. Да и день сегодня нервный. Кто вы? Я сержант Блейк, главный следователь. Я жду доктора Баллард. А мне вот интересно, что эта леди делала в моем кабинете? Она наверняка искала вас. Прошу прощения, мы все устали. Сержант Блейк, меня зовут Роза Баллард. С главным инспектором вы знакомы. Сэр, это Эрика Мейсон. Очень жаль, что мы встречаемся в таких обстоятельствах. Что нам сделать, чтобы тебе было проще? Все хорошо. Я благодарна вам за заботу. Идем. Я тебя провожу. Ты меня, наверное, не помнишь. Я работала с твоим отцом. В детстве тебя часто... Вы знали моих родителей? Конечно. Твой отец обучил меня всему, что я знаю. А твоя мать, она была великолепной медсестрой. Такая умная, веселая. Ну? Жить ты будешь здесь. Может, даже узнаешь место. Если что, администратор мистер Стейнбек всегда на посту. Загляни под кровать. Дядя Люсьен оставил тебе небольшой подарок.
Посмотри на ее руку. Она прямо как ты. Чисто. Кирсти. Да, тебе разрешили помогать, но только не в одиночку. Ты же знаешь, убираться без присмотра нельзя. Тебя это злит? Может, хочешь поговорить об этом? Брось, Тоби. Я пытаюсь играть. Оставь ее в покое. Да, пожалуйста. Привет. Сюда. Не обращай внимания, она немного того. Когда ты уже сдохнешь, Ханна? Я стараюсь. Что ты играешь? Это? Дельфийская ария. А написал ее кто-то. Не знаю кто. Садись, я тебе кое-что...